Итак, здравствуйте всем, меня зовут Жуков 100, и мы сегодня играем в игру Need for Speed Most Wanted. Давайте продолжим игру нашу великолепную. Да, продолжаем нашу карьеру. И давайте-ка продолжим гонки из черного списка, но... Сейчас вот с гаража выкатим нашего стального коня. Так, что тут, сколько гонок? 4 гонки, да? Но мы их полностью сделаем, ребятки. Потому что нам нужны денежки. О, Toyota Supra. Так, давайте-ка поехали, посмотрим. Чё да как будет? Ничего, догоним. Далеко не уедут. Ну, видели, ребятки, далеко ж они не уехали. Почему я не срезаю? Да что, блин, неохота там впиливаться в одно заграждение. Кстати, всем доброе утро. Надеюсь, вы все встали с хорошим настроением. И я вам желаю приятного просмотра. Да я еще свой сам толком не очень-то и проснулся. Вон, я пишу очередную серию для вас. Так, сколько кругов-то? 3 круга. Ну, ничего, нормально. Пока видите, едем нормально. Потом после всех гонок заедем в мастерскую и улучшим наши характеристики машины. А вот мне интересно, ребятки, узнать у вас. Вот какой вы больше всего любите, допустим, автогоночный, либо мотогоночный фильм, я имею в виду. Напишите под видео, какой вы больше всего любите фильм там или что-то еще такого рода. Просто интересно узнать, какой вы больше всего там фильм любите, там гоночный, это, допустим, документальный фильм. И еще что-то из этого рода. Вот просто хочется узнать, вот, что вы больше всего любите и, это, вот, киношного такого. Да, кстати, вот недавно вышел, что ли, «Безумный Макс» фильм. Это, не знаю, скоро ли он появится в хорошем качестве, надо будет посмотреть. Говорят, хороший фильм. Просто, говорят, великолепный там экшена, блин, вообще не занимать. Говорят, фильм классный. Потом хочется еще этот посмотреть. Мстители, кажется, Эра Эльтрона, блин, вообще говорят. Супер фильм. Правда, я вот не знаю, вот, ребятки, это конец ли Мстителям будет это или нет, или же дальше будет само продолжение.
Так, ну вот, мы приезжаем, получаем 2000 долларов. Я понимаю, что мне нужны запчасти, но это не сейчас. Так, жмем буковку Б и продолжаем нашу, как говорится, наш путь тернистый в мире НФС. Да, следующая гонка. Так, Audi TT, Volkswagen, еще и Кобальт. Нормально. Поехали. Ничего, мы и сделаем, их догоним. Далеко не уедут. Машинка у нас там мощная тоже. Вот. Но в этом году, ребятки, меня вот один фильм вообще чисто разочаровал. Это Сойка пересмешница, да, вот эти голодные игры вообще разочаровала по полной программе. Я думал, нормальный фильм будет, думал, экшен будет какой-то, еще что-то, а там вообще ничего практически не было. Ни экшена, ничего такого из этого рода не было. Вот, ребятки, вот серьезно говорю. Вот интересно, вот игра, вот есть вот Far Cry 4, кажется, вот мне вот, ну, она, говорят, хорошая, вообще великолепная игра, но знаете, что меня раздосадовало, блин? Вот я в Far Cry 3 играл, да, блин, вроде бы нормально все было. А после того, как я узнал, что там приходится животных убивать ради того, чтобы какую-то вещь себе скрафтить, либо сделать, блин. Мне сразу желание отбило играть в эту игру, ребятки, ебогу. Но зачем вот так вот делать это в мире игровой индустрии? Чтобы, допустим, что-то себе сделать, надо убить животное, блин, это... И, ну, это вообще... неприемлемая вещь в игровой индустрии, но чтобы убивать беззащитных, невинных животных, как говорится, дабы добыть себе там колчан либо еще что-то из вещей. Вот серьезно говорю, вот мне вот эта игра совершенно не понравилась из-за того, что там надо убивать животных, все. Больше я ничего не могу сказать о Far Cry 4, о новом. И да, понимаю, там туда-сюда надо животного убивать, это чтобы себе что-то сделать. Но это для меня, ребят, неприемлемо. Даже вот эти всякие игры, ну, игры про охоту на зверей. Они же тоже все от природы бегают, прыгают, блин, радуются жизни. Да, я знаю, что в дикой природе друг друга все жрут, это и все остальное, но. Это у них природа сама действует, сама за себя. Они инстинктами живут, и все. А чтобы убивать животного в игре, дабы добыть себе вот вещь, да, ребят? Вот это для меня, вы знаете, это неприемлемая вещь, и вообще... Ну, прикиньте вот такую ситуацию. Сделать это же с человеком, блин. Вот взять ему просто-напросто кожу снять. Вот просто. Вот малую толику кожи снять, и какое ощущение у него будет. Вот прикиньте, ребят. Вот это неприемлемо вообще. Даже вот тоже вот самих охотников не понимаю, блин, которые на животных охотятся. Для чего они делают? Для того, чтобы трофей себе добыть. Ну, это тоже неприемлемо. Ради трофея убивать животного, который бегает.
носится, прыгает, там радуется жизни, там где-нибудь там пасется, блин, это на лугу каком-нибудь, да, ребят. А вот так вот в раз животное бегало, и тут на тебе пуля, и все, шальная, блин. Чего там? Полиция, что ли, ездит, блин? Ах, еще и мы проиграли, да? Ну, полиция, кыш. Нет, выиграем, дай бог. Вот, блин, а. Второе место. Сейчас мы повторим. Да, начать заново. Вот я вот этого не пойму. Зачем животное убивать, когда оно пасется на лугу, да? Или где-нибудь там в лесу, либо на поле там. И все. Грубо говоря, животное сбегалось, блин. Да, понимаю то, что вот еще вот, мы едим вот мясо, это баранины, оленины там и остальное, там кабанины, еще чего-то, какое-то мясо, там курицы. Жалко, конечно, животных, это... Да, в них самые такие полезные микроэлементы, там витамины и все остальное, в самом мясе, да, в нормальном мясе. Но жалко же животное, да, но, как говорится, мы едим себе подобных, как говорится, вот так. Зачем это делать, как говорится, да? Вот, дабы, как говорится, себе устроить чревоугодие, а это тоже нехорошо, между прочим, я серьезно говорю, ребят. Серьезно, ребятки, я говорю, это чистое чревоугодие, вот, набивать желудок мясом, там, со, с этими колбасами, сосисками, блин, когда можно просто-напросто, блин, вот, попробовать одно, это чисто, вот, посидеть, вот, где-то месяц на овощах, это, и почувствовать разницу, как тебе будет, легко или тяжело. Только, пожалуйста, копы, вот зараза. Диспетчер, нашелся наш код 6. Вызывайте группу прикрытия и предупредите скорую. Вас поняли. Да идите вы пляшите. Внимание, патруля. До свидос, сейчас будет вам. Идет красная погоня, код 6. Группа, повышенная агрессивность. Работаем на канале 2. Всем экипажам немедленно прибыть в указанный квадрат. Внимание, они разделились. По базе наш объект проходит как обвиняемый по доброму дезерту. Внимание всем, сразу в погоне 2. Ну, он еще колесо. Ладно, до свидания. Я полетел отсюда. Объект скрылся. Следую в прежнем направлении. Новенькая машина была. Ой, он боже. Шагнул, так и не дадут на гонке закончить. Когда объект видели в последний раз, он двигался на север. Последний. Вижу нарушителя. Все ко мне. Веду на обгон. Код 1070. Объект на бензоколонке. Жду указаний. Ай-яй-яй-яй-яй, как вы мне надоели, а? Вот блин, а, хотел пари, блин, это сделать это в отдельном видео. Ладненько. Поняли.
Сейчас я выкачу машинку пыль туда. Я узнаю где. Сами, как говорится, блин, это убиваются, блин. Так, ну-ка поехали-ка мы. Вот туда сейчас. В ловушку их загоню. Право 3-3. Есть присоединиться к погоне. Давайте, давайте, давайте сюда. Ко мне. Убейся там. Ну что, поехали, давай, 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 давай. Задница там полицейская. Блин. Я один, остался без прикрытия. Прошу помощи. Будут через полторы минуты, ждите. Давай, 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 поехали, поехали. Эй. Да, идите вы пляшете. Принято. Браво, 3-3. Подкрепление. Нихуя себе, это чем так пахнет, по-моему? Так, поехали мы в свое укрытие, где нас не найдут. Надеюсь, попадет оцеплению. Последний раз объект съехал на юг по Union Road. Принято решение оцепить район. Так, ну все, здесь встаем и там дальше продолжим гонки проходить. Так, надеюсь, мы все пари. Да, все три пари мы выиграли. Там еще остается эти светофоры пройти. Ну, на фотоаппарат. И все, ребята. И будет дуэль с самим боссом. Так, сколько мы набираем? 17500. 23500. 29. Ну, мы походу набрали там уже нормально. Сорок тысяч пятьсот пари. Это Мия, как ты там? Здорово, подруга. Доктор Эйзер недоволен. Небось надеялся, что больше тебя не увидит. А по мне так и славно, что кто-то ему встал поперек горла. Продолжай в том же духе. Ой, хорошо. Так, что тут у нас? Выигранное в пари и общий рейтинг мы выиграли. Слава богу. Но мы еще не закончили. У нас еще здесь три гонки. Но мы сейчас метнемся сначала, ребятки, в гаражик. Дабы нам это... нашу тачку улучшить. Немного сбросить с себя груз с этих полицейских, блин, мусоров. Так, что у нас тут доступно? Подвеска доступна, это хорошо. 3600. Закись азота доступна тоже. Так, шины, тормоза, нагнетатель. Доступен? Нет. Тормоза у нас одни только стоят, это просто спортивные. Ну ничего. Так, что тут мы еще сейчас поставим себе диски, другие поставим.
такие вот. И, пожалуй, сейчас мы мальчо поставим. Просто кусов. Второй. И задний спойлер. И нам больше пока ничего не надо. Не спорт. Я всегда ставлю. А, тюнинг. Ну, вот, кинжал как раз. И все, пожалуй, пока. Да, выход. Значит, так, выходим мы сейчас в гонке. Сначала будем на выбывание играть. Я имею в виду, соперников, короче, будем устранять своих. Здрасте, я ваша тетя, блин. Так. Интересно, когда вот сейчас вот мы будем это добираться и там тюнинг делать из нашего автомобиля, мы еще попробуем это настроить его нормально потом. Ничего, догоним. Никуда недалеко не уедут. Кобальт, пропустил бы лучше, понимаю. Ой, beautiful. Beauty, как говорится. Нормально все. И, ребятки, да, эта серия будет, ну, как говорится, длиннее. Так, дабы нам не облажаться, блин, в этой серии. Не догоните. Мощности не хватит. Ой, блин. Давай. Мы их все равно сделаем. Обернитесь там, ё-моё, назад. Посмотрите, может, кто-нибудь за вами там едет. Ай, зараза. А кто это так? Это меня подпирает. Ауди. Нечестно. Я вот здесь поеду, дабы это... Ничего это не случилось, блин, а потом там поверну нормально. Только не деревья, я прошу. А, машина засранка, блин. Ага, все. Срезалась Ауди. Ух ты, круто. Ауди, не наседай. Мозолишь глаза. Ура! Наконец-таки мы выиграли наши 2000.
Да тихо вам, северо-восток. Нет, пока я не буду. Нам надо сначала все гонки закончить здесь, дабы нам денежка нужна каждый раз будет на наши детали. Да это тоже мне не надо, я это знаю, состязание. Да-да-да, поехали. Давай, крошка, поехали. Да, и усаживайтесь поудобнее, берите чай, печеньки, там, шоколадку и смотрите видео. Резать и вырезать, ребятки, я ничего не буду из видео, потому что это плохо будет. Ну, смотрите, 270 километров в час уже едем. Все уже, последний остался, блин, пункт пройти нам. Ой, что-то... И да, ребятки, сколько у вас вообще там температура в ваших городах? Просто под видео тоже напишите, интересно. Так, и осталась у нас последняя гонка, да? Шестая. Сейчас я усядусь поудобнее, ребят, дабы все было нормально. Ох, нам Форд Мустанг какой-то насолить здесь, в этой гонке. Два круга, да? О, ну вот, привет называется. Ну ничего, догоним. Далеко не уедут. Далеко они не уедут. Чё, как вам в хвосте ехать-то? О, прыжки пошли. Ой, машина. Если кто еще проснулся, ребятки, доброе утро и всем хорошего настроения желаю. Ребятки, и какие у вас планы на лето, тоже напишите под видео. Куда вы, допустим, хотите поехать, это съездить на отдых это, или еще куда-нибудь. Ну, вообще, что вы будете делать на каникулах-то?
И вот мне еще до сих пор вот интересно от вас узнать, вот, на какой больше всего машин, вот именно машине любите проходить игру. Ну, я имею в виду вот Мустанг, это я имею в виду. На какой вы больше всего любите там ездить, проходить, там еще что-то? Ура, все, все гонки пройдены наконец-таки. Северо-восток, внимание, серия жалоб, неосторожно. Так, ну чё, нарушитель ехал на... Остается у нас пари вот эти вот два сделать. Давайте-ка сделаем, чтобы побольше было. Ой, так, в гараж. Давайте в город метнемся. Пари. Давайте-ка вот этот выберем. Самый первый. Все, мы уже это пари выиграли. Так, отлично. И нам остается еще, как говорится, одно последнее пари здесь, да? Ну, чтобы рейтинг был нормальный, набьем сейчас его. Не, вниз я не поеду, чтобы дабы все нормально было. Да, все, наконец-таки. И перемещаемся в наш гараж, ребята. Так. Надо нам сохранить, пожалуй, вот это все дело. И выходим в наше меню. И я на этом серию заканчиваю. Ждите следующую серию уже с главарем района Тезом. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Это ставьте лайк, это и всем пока.